Всем привет! Сейчас я вам расскажу историю о том, как можно накосячить, потом не понять друг друга, а потом извиниться, и все хорошо. Короче, в самом начале, когда через YouTube я начинала продавать свои пеларгонии, у меня женщина сделала заказ. А я, дурында, насмотревшись видео о том, как отправляют посылки в упаковках с под молока, собирала их целый год. И я, короче, намотала, значит, пеларгонии в этот заказ, в эти упаковки. Неправильно их сложила, неправильно их закрепила и отправила женщине, которая у меня их заказала. Любочка, это вы. Короче, Почта России, развлекаясь игрой, видимо, или в футбол, или в баскетбол, не знаю как. Короче, либо я такой косячный была, товарищ. Короче, пришла посылка вся растрепанная. Земля там порассыпалась, хотя я там заклеивала, заматывала. Ну, еще это были неопытные первые, кажется, штрихи. Одна, по-моему, даже вообще полностью вылетела со стакана. Она мне позвонила, чуть-чуть повозмущалась. Вот, чуть-чуть. Сейчас я понимаю, что это было чуть-чуть. Вот, прислала мне видео одного там пиво-органиста, что вот так вот паковать надо. Я там разозлилась. Потом остыла, успокоилась. Вот, и, по-моему, даже извинилась. А потом она мне показывала, что все принялись, все хорошо. И заказала у меня новую посылку. Ее я уже нормально упаковала, все отправила, она всем довольна. Ну, короче, итог всего, мы нормально общаемся, хорошо общаемся. Это такой покупатель-приятельница, можно сказать. И вот она мне, представляете, прислала нам с Валеркой подарочек на Новый год. Сейчас посмотрим. Вот. А я свои подарочки для вас до сих пор еще делаю. Вы знаете, вы простите, я вообще не успеваю. Вот не успеваю к Новому году. Я вот так стараюсь, и нифига я не успеваю. Так, я вижу самый главный. Так, это Валерки, всякие вкусняшки. Подарочек помяли, развалили. Ну, Почта России, что с него взять. Ну, Валерки, поверьте, все равно. Коробочку он трепать будет таскать. Конфетки тут повыпадали. А вот это подарочек для меня. Это 13-40-13. Это для меня подарочек. Ой, Любочка еще и вяжет. Обалдеть. Я так понимаю, это повязка на голову. Я никогда их не носила, но ваши... Гляньте, как человек вяжет. Посмотрите, ребят. Гляньте, она идеально вяжет. Посмотрите, гляньте. Видите? Блин, плохо видно, как показать. Посмотрите, как аккуратно вяжет женщина. Я вязать вообще не умею. Я криворукая. И вот вторая с косичкой, красивая такая, гляньте. Вот как люди умеют так аккуратно вязать. Я пробовала вязать. У меня вот такие петли. Одна вот такая, вторая вот такая, короче. Давайте я померю. Да. Крутяк. Так, это на выход. Я терпеть не могу шапки, если честно. А, я задом наперед одела. Ну, это я. Это я. Красотка. Сейчас у зеркала глянусь. Не, ну красавица, ну лебедь белая, чё. Так, а вот это, я так понимаю, мне в эту, в теплицу. Так, одеваемся. Опа. Ой, это прям, Люба, это идеально. Это идеально, это так удобно. Класс. Вот это мне вообще нравится, гляньте. Ну, шамарханская царица, не дать не взять. И цвет не марки, все как я люблю. Ну, я не знаю. Теплицу жалко.
Вот это прям вообще бомбическая, какая классная. Бомба, мне нравится. Очень. Любочка, спасибо, дорогая. Прям вообще. Так, а эту я свекрови подарю. Она у меня любит такое. Светлая, нежная, я такая колхозница, мне что-нибудь темненькое. Или дудочки. Две мне много. Или никому не отдам, пусть не лежит. Одну сношу, потом вторую буду носить. Но вот это прям бомбическое. Ну, если вот так волосы распустить. В 45 баба Пеларгония опять? Или нет? Так, Валеркины конфеты буду прятать. А вот эти конфетки я буду использовать уже вот-вот. У нас то срезка укоренение. Мне лампу пришли делать, на которых я кучу денег потратила. Лампа специально для укоренения. Профессиональная. Представляете, вот человеку так вяжет, умеет. Я вообще не умею вязать. Там надо вот чувствовать эту грань, а я ее не чувствую. Вот видите, это лишний раз доказывает, что русские люди – это самые лучшие люди. Ну, не в плане том, что именно русские, а именно вот славянские. Где вот этой западенщины всей нету. Хотя, конечно, есть и там хорошие люди. Как говорится, везде. Неважно, где ты живешь. Зависит это не от того, где ты живешь, а от того, какой ты человек. Хотя, конечно, окружение, убеждения тоже влияют. Вот. Но вот видите, мы вот познакомились. И видите, я там накосячила, не поняла. Что-то, ну и неопытная была. А в результате, вот посмотрите, мир, дружба, жвачка. Мы с Любочкой дружим. Хотя каплю черники, она у меня просила, я до сих пор ее не отправила. Курица плешивая няла. Но если честно, капля черники стоит на укоренении. Не знаю, как она укоренится. Вот эти эксперименты с этим матом теплым, они, им надо правильно пользоваться. Моя ошибка в том, что его не нужно включать на день. Он должен только ночью работать. Когда прям холодно и прям вот только может на этапе укоренения вот такие какие-то супер капризные. А таким пеларгонием он не нужен. Это была лишняя трата денег. Это все, но мужу я своему не признаюсь. Хотя вот я разговаривала с Натальей, с Пеларгонией Кубани. Мы с ней дружим. Мы, ну, прям дружим. И я вам хочу сказать, что вот она мне говорит, она более опытная, чем я. У нее очень большой опыт с пеларгониями. И вот она говорит, не спеши, не говори, не убирай этот мат, потому что будут морозы, и он очень пригодится. Ну, думаю, да, она права. Вот как-то так. Любочка, спасибо большое. Валерка будет тоже счастлив. Конфеты эти захомячит аж бегом. Я вот только одного не поняла. Мне кажется, знаете, вот как будто ее открывали посылку. Потому что, вот смотрите, разорванная коробка, прямо разорванная. Потому что если бы она просто помятая была, она бы не разорвалась. Может, повытаскивали оттуда конфеты. Ну да бог с ним, мы переживем. Спасибо большое за подарок, Люба. Вот это прям вообще подарок. Да. А вот это я не знаю, может я даже буду теперь в теплые в зимние холода. Тетка не в пеленке, а тетка в повязке. Мне нравится. И в ухи не дует. А это такой яркий желтый цвет. Я такую ткань недавно заказала. Вот. Красивый. Вязать вообще не умею. Ну, терпения не хватило. У кого-то же терпения не хватает.
Спасибо вам огромное. Я вам всем желаю, чтобы вам подарили самые классные, самые желанные подарки на Новый год. Ну и всем нам самый большой подарок. Мир. Мир и здоровье. Самое главное. Мир, здоровье, взаимопонимание. Во всем. И тогда будет все хорошо. И помните, если мы все сделаем в день хотя бы на одно маленькое доброе дело лучше, то наш мир станет лучше. Вот одно хорошее дело в день каждый, если сделать, мир станет на 30% лучше. И это будет уже счастливый мир. Поэтому давайте не обижать друг друга. Думать головой. Она у нас для того, чтобы думать, а не для того, чтобы шапку носить, есть в нее и пить. И все будет супер. Всех люблю, обнимаю, целую. Вы у меня самые классные. Я это всегда говорила и буду говорить. Столько хороших, положительных эмоций вы даете. Это просто супер. Спасибо вам за то, что вы у меня такие хорошие. Всех люблю, обнимаю, целую. Любочка, спасибо большое. Я думаю, царь конфеты оценит. Печеньки, конфеты надо прятать. Это скоро привезут. И тогда он съест все за раз. Все, всем пока. Всех целую, обнимаю.